Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Марк Антонио Франческини. Итальянский художник периода барокко, был отцом и учителем Джакомо Франческини. Родился в 1648 году, был учеником Карло Чиньяни, с которым работал над фресками в Палаццо дель Джорджино в Парме. Я цитирую Википедию переводную. Много лет тесно сотрудничал со своим шуритом Луиджи Куайни, который также был двоюродным братом Чиньяни. Франческини долгое время рисовал полотна на религиозные и мифологические сюжеты для меценатов по всей Европе. Украсил некоторые потолки в Палаццо Рануцци и Палаццо Морискотти Брасцетти в Болоне. Рисовал в церкви Сан-Бартоломео Порта Равиньяна. Франческини расписал фресками потолок в Геркском дворце Модены. Написал алтарный образ в соборе Финале Лигурии, полотно Сан-Карло в одноименной церкви в Модене. Его исторические и мифологические сцены в зале Макджиор Консилия дворца герцогов в Генуе была уничтожена пожаром в 1777 году. Украсил церковь Корпус Домини в Болоне. Написал 26 полотен «Соблазны и любовь Дианы и Венеры» для Венского дворца, ныне музей Линхенштейн. Также был покупателем принца-меценат. В Генуе он также рисовал для дворцов Спинола и Палаццо Паллавичини. Полотна, изображающие времена года, сейчас находятся в пинакотеке Болони. Посвященный в рыцаре папы Климентом XI, был одним из основателей и последующим директором Академии Клементинок в Болоне. В его картинах есть академический и идеалистический оттенок, даже для представителей болонской школы живописи. Редкие фигуры строго скомпонованы. Работал с более молодым коллегой Донато Кретти. Его стиль часто классифицируют как барочетто, то есть смесь барокко и рококо. В его студии работали многочисленные художники: Томмазо Альдровандини, Лука Антонио Бестоя, Джакомо Бони, Франческо Качанига и многие другие. Картины художника находятся во многих музеях мира в Лондоне, Вене, Италии, Флоренции, Словакии. Умер художник 24 декабря 1729 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о итальянском художнике периода барокко Марко Антонио Франческини. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.